kindly asks you to use protective masks throughout the trip and abstain from moving along the train unless necessary. Observe social distance while in the dining car or above vehicle. Masks, gloves, antiseptic saline. Ранней весной я отправился в небольшое путешествие из Лабытнанг в Воркуту, в сидячем вагоне. Нет, я, конечно, в силах оплатить плацкарт, но разве это интересно? 9 часов, весь световой день в пути, через снег, тундру, отроги полярного Урала, уставший машинист тащит, не торопясь, состав в 3 вагона. Здесь нет людей, едущих просто так. Все едут по делам. По очень важным северным делам. Первая остановка в пути – маленькая станция Апска. Здесь не деревня, не поселка. Отсюда поезда отправляются дальше, на Ямал, по Газпромовской железной дороге в сторону месторождения Паваненкова. И только маленькая церквушка на въезде напоминает, что это все-таки люди, а не просто набор функций. Океан с континентом воюют уж испокон века. Это была только мелкая стычка белых чаек и черных ворон. Тех и тех было 100 или 1000 в рыбных кучах. И каждая, как терикон, возвышалась, как если бы был Салехард Воркутою. Рылись клювами птицы, дрались. Нелюдской этот крик или стон смертной схватки стихий стыл в холодном игулком пространстве над Добью, Сибирью, над всей нежилой пустотой. Железная дорога до Лабытнанги – часть грандиозного советского проекта 501-й стройки. Она должна была протянуться, будучи положенной на костях заключенных лагерей, аж до Обской губы, чтобы коротким путем достичь норильских богатств и перегружать оные на огромные океанические суда. Однако оказалось, что шельф в тех краях слишком мал для крупнотоннажных судов, и идею в мгновение завернули. Так и осталась железная дорога Лабытнанги-Воркута единственной живой по сей день. Даже моста через Обь до сих пор не построили. Где-то под Салехардом можно найти остатки старой железнодорожной ветки Донадыма. Да что уж там. В Салехарде даже памятник жертвам сталинских лагерей, старенький паровоз и ручной семафор. Поезд этот на постаменте и по сей день врезается в огромное белое ничто, которое люди прошлого так старались покорить. Следующая остановка в пути следования – поселок Харп, что по-ненецки «Северное сияние». Я мог бы рассказать вам о местных красотах, что сходу бросаются в глаза, о троге полярного Урала или о красивейшей реке Собь. Представляете, какая там рыбалка, чир, сик, муксун и еще куча других северных рыб, название которых мне ни о чем не говорит. Или о хромитах, которые добываются здесь же. Или о том, что станция эта когда-то называлась Подгорной. Но это все ничего не скажет вам о Харпе «Северное сияние» на самом деле. В поселке находится исправительная колония строгого режима номер 18, именуемая «Полярная сова». Здесь особо опасные преступники проводят оставшиеся годы своей жизни. Отсюда невозможно сбежать, потому что просто некуда. По сей день за стенках колонии отбывают наказание битцевский маньяк Пичушкин или Нурпаша Кулаев, единственный из оставшихся в живых террористов, захвативших школу в Беслане. Присмотревшись к людям, вышедшим в Харпе, я заметил, что многие из них тащили за собой огромные баулы. Наверное, показалось. Вряд ли людям на пожизненном можно передавать печенье, чай или мармелад. Хотя что я об этом знаю? Харп – последний крупный населенный пункт пути следования. Дальше не будет ничего.
пассажиры. Собственно, то, почему я отправился в путь в общем вагоне. Половину кресел занимали оленеводы, в основном ненцы. Они ехали с праздника кочевников в селе Аксарка в Уркуту, обратно в тундру. Со многими из них я пересекался 2 дня назад, кого-то даже успел сфотографировать. Несмотря на национальный колорит и красивые одежды, поездка в общем вагоне с оленеводами не для слабонервных. По естественным причинам они не очень адаптированы к жизни в современном обществе, всюду вокруг них образовывается хаос и стойбище. Ну и запах. Это что-то. Едкий запах пота вместе с ароматами вручную выделанных шкур. Признаюсь, через несколько часов я вынужден был переселиться в тамбур. Мой дальнейший рассказ будет оттуда. Но несмотря на все это, ненцы оборудованы гаджетами, прекрасно управляются с дошираком, отчего-то едят много шпрот и традиционному макалу из соли и перца к сырой строганине из оленины, предпочитают соус из кетчупа и майонеза. А еще у них у всех фамилия Лаптандер. Нет, они не родственники. Лучше гор могут быть только горы. Парню в горы тяни, рискни. Умный гору обойдет, а не обойдет, так объедет. Поезд ползет сквозь узкую щель речной долины, отделяющей южную часть полярного Урала от северной. Горный массив Раис сверху представляет собой изогнутую подкову длиной 55 километров. Горы здесь невысокие, до километра или чуть выше. Пик Полярный, пик Топографов, горы Черные и Янгуиз. Раньше здесь работала метеостанция, но сейчас она закрыта. Говорят, где-то в горах сохранились ее постройки. Трудно поверить. Прошло уже несколько часов пути, а мы отъехали от Лабытнанги всего на 45 километров. Наверное, эта груда металла тащит очень усталый машинист. Река Соби и станция Соби. А это значит, мы покинули ямальские земли и въехали в республику Коми. По берегам этой реки никто не живет. Разве что то тут, то там разбросаны немногочисленные базы отдыха и домики из вагончиков с печным отоплением для самых отчаянных туристов. Здесь нет магазинов. Разве что небольшой павильончик, самым необходимым на железнодорожной станции. Связь здесь тоже отсутствует. Не будет ее и оставшиеся 200 километров пути. Вот и сегодня в Атагой вваливаются вагон туристы, лыжники и рыбаки, заставляя весь тамбур лыжами, палками, снастями и рюкзаками. Они веселые и разрумяненные, постоянно смеются. Такие поездки сближают даже самых непохожих людей. На станции Сопь нет билетных касс, поэтому пассажиры, не озаботившиеся этим заранее, платят на месте проводнику. Тот впускает всех желающих. Но и оставлять же людей посреди тундры в ожидании встречного поезда. Это север. Здесь так принято. Всех оленеводов окончательно сгоняют в одну половину вагона. Правило занимать места, согласно купленным билетам, здесь не работает. Кресел на всех не хватило, но никто не обижался, быть бы дома. Иногда я думаю, что было бы, откроя в одно из утр глаза и окажись здесь. Наверное, попробовал бы запустить поезд под откосы, чтобы спастись.
На правом берегу реки Усы, той самой, что питает питьевой водой Воркуту, расположена станция Сейда. Отсюда идет развилка дорог на Воркуту и Лабытнанги. Здесь перецепляют тепловоз, да так, что наш первый вагон становится последним. Если попросить проводницу, она, быть может, откроет последний тамбур, и тогда можно вдоволь наглядеться, как в лучах закатного солнца несутся вдаль рельсы. Пейзаж принципиально не меняется, но есть в этом что-то от медитации. По дороге к Сейде и далее поезд дважды проезжает станцию Чун. На ней можно пересесть между двумя ветками, но так никто не делает, разве что по незнанию. В Чуме нет зала ожидания, и вам придется мерзнуть на перроне. Сегодня в Сейде официально проживает 20 человек, а еще в 80-е годы количество жителей поселка доходило до 1500. Здесь были школа, детский сад, магазины. Располагался крупный колхоз «Победа», снабжавший молоком весь Воркутинский район и местный молокозавод. Ни того, ни другого уже не осталось. А ведь я еще помню, как бабушка приносила мне местное мороженое, работая на хладокомбинате. У каждого, наверное, коренного воркутинца дома есть фотоальбом «Воркута» из советских лет. Там-то я впервые увидел фото местных пастбищ, теплиц с огурцами, цветочных оранжерей. Сейчас все это выглядит как прекрасная сказка людей, что были до нас. Говорят, одному Богу известно. Но известно ли нам, почему когда-то кто-то решил, что здесь, в суровом краю, так важно возвести город-сад? Я знаю, счастье есть. Я знаю, саду цвесть. Но не сегодня, не здесь и не с нами. Вечереет, солнце вываливается, облизывая горизонт, меняя ежеминутные цвета. За окном проносятся покосившиеся заборы из иссохшихся реек. По задумке строителей, те должны защищать полотно железной дороги от снежных заносов. Но теперь это просто еще один непонятный артефакт. Горы уже где-то вдали, чувствуется близость дома. Путешествие заканчивается. В тамбуре ко мне подходят два парня-железнодорожника. Мы разговариваемся, находим общие локации. Я осторожничаю, чтобы ненароком не найти общих знакомых. Из Воркуты я уехал 12 лет назад, и правду от неправды уже не отличить. Все стало историей. Про себя подумал. Скорее всего, мы неоднократно встречались где-то. Здесь все знакомы друг с другом через рукопожатие. Одногодки. Оленеводы и туристы выволакивают в проход свой скарб. Караван отправляется в дорогу. Остается час. Я не присаживаюсь, потому что раз за разом, возвращаясь на родину, не знаю, что меня ждет. Не читайте утренних газет. Не смотрите и не слушайте никого. Воркута живее всех живых, на наш век точно хватит. По улицам ходят люди, обутые и одетые. Кто-то улыбается, кто-то хмурится. Молодежь все так же дерется, подвыпив у входа в кафе. Мужик с гармонией в шарфе пермского амкара играет напротив кинотеатра. Здесь будет город. В шуме и возне пассажиров, бряцанье дверей, стука колес, едва ощутимо, но слышится тишина. Та, что не внутри, а вокруг, на многие километры за окном. Дальше на север только Карское море и океан. Россия здесь не заканчивается и не начинается. Скорее разворачивается во всю свою необжитую ширь.
холодно, неуютно, темно, мило, родно, понятно, знакомо. Технологическая дорога, огоньки, запах поезда, первые строения, солнце уже совсем закатилось, скрежет вагонов, побудка, рында, гром, заводской гудок, вечер, темно, ничего вокруг, вроде не так уж поздно. Дом. Присохли подпорки ворот, деревья в саду увяли. День сегодня чудесный, паутину в листве чуть колышет ветер, оголенные клены в горах тяжко вздыхают. День сегодня чудесный. От придорожной травы веет невинной грустью. Здесь родимый мой край, дует ветер свежий, осенний. Плачь, сынок, не таись, слышу женский голос негромкий. «Зачем ты пришел?» — вопрошает чуть слышный ветер.